Министр здравоохранения ЛНР Наталья Пащенко торжественно вручила партийные билеты «Единой России» медикам из Башкортостана. Партийный билет свидетельствует, что вы не просто в коллективе единомышленников, что нас объединяет с вами единая идея. Поздравляю вас с этим решением и хочу приступить к вручению партийных билетов. Хотел сказать спасибо за то, что была возможность вступить в партию «Единая Россия», и, соответственно, как говорится, это в кратчайшие сроки стал партийным человеком. Специалисты прибыли в Донбасс еще 3 недели назад. Все это время без выходных и отдыха оказывали помощь жителям республики. Делятся впечатлениями перед возвращением на родину. А какие впечатления в итоге от поездки? Чувство выполненного долга. Как будто мы приехали, нужно было сюда приехать и посмотреть это все своими глазами.